Так, подводный металлоискатель-пират. Как разбирается? Откручиваем заднюю крышку. Здесь прокладочка есть. Здесь вот батарейный отсек, крона. Вот крону вытаскиваем. Отцепляем. Вот регулировка чувствительности. Так вот. Соединяем. Так. Включаем. Так, загрузился. Крутим до появления света на грани сработки. Чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда. Вот на грани нашли. Это будет максимальная чувствительность. Так вот. Вот так вот. Все, батарейку вставляем. Так. И заворачиваем. Смотрим, чтобы по резьбе было. Закрутили, уперлась, затянули. Все, металлоискатель готов к работе.